GearBest The Best. Итак, у нас лыжные очки. Такая упаковка. Для занудства покажу вам надписи тут. Штрих-коды, где сделано. Легко открываем, легко вынимаем. Они у меня желтого цвета. По внешнему виду и по пластику. Пластик сделан очень и очень прилично. Он такой более матовый, да, чем глянцевый. Без посторонних запахов, без каких-то трещин, там, недоработок, неровностей. Все сделано очень и очень хорошо. С внутренней стороны, чтобы не надавливать лицо возле глаз, расположен поролон. Вот вы видите этот поролон. Что касается поролона, он обеспечивает и контакт с лицом, и одновременно вы видите, что он сделан, то есть контакт поролона с самими очками очень и очень неплох. Тут нету остатков клея, там, знаете, отклеенностей и всякой ненужной фигни. Все сделано на хорошем уровне. Если вспомнить, что это все, да, стоит всего лишь $2 или 2,5, то это вообще идеальный вариант. Ну, поликарбонат, оно не ломается, но гнется, все как нам надо. Ну, единственное, недочет, оно без поляризации. Да, вот и все. Так, насчет теперь стекла. Тут нам пишут, что у нас 100% защита от ультрафиолета. Да? Опять же, поликарбонат, защита 400. Ну что ж, поверим, спасибо большое. Носить их очень приятно. То есть они хорошо ложатся, в них хорошо идти, в них реально очень уютно. Нету искажений. Да? То есть если вы сейчас посмотрите... Вот у нас надпись GearBest. Мы проводим туда-сюда очками. У нас никаких искажений нет. Ну, это, конечно, не проверишь так. Надо одевать, но поверьте на слово. Их носить приятно. Они хорошие. За 2,50. Они не просто хорошие, они просто идеальные. Итак, GearBest The Best. Всего хорошего. До свидания. На самом деле я использую эти очки для езды на велосипеде. Защищает от снега, ветра, холода, действительно очень и очень удобно. Берите, и вы точно не пожалеете. GearBest, The Best, до свидания.